Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Героиня ток-шоу заболела коронавирусом. Галина Кашникова, которая не раз снималась в программе Андрея Малахова из-за проблем с квартирой, скончалась в 40 лет. В последнее время жительница Удмуртии болела коронавирусом. Вероятно, это и стало причиной трагедии. История Кашниковой прогремела на всю страну 5 лет назад. В 2005 году она лишилась ног, поэтому оказалась прикованной к инвалидной коляске. Впоследствии Галина едва не осталась без квартиры и детей, поэтому и стала участницей программы Малахова. Однако в последнее время жизнь Кашниковой стала налаживаться. Проблемы с жильем решились, а чуть больше месяца назад она даже вышла замуж за 28-летнего мужчину, с которым познакомилась в ТикТоке. Супруги планировали еще одного ребенка, уже совместного, а также установить Галине протезы. Для протезирования я все стараюсь делать. Я ведь скандальный, в Сарапуле люди молчат, а я не такой. Я за нее рву и мечу, рассказывал счастливый супруг журналистам. Планам влюбленных, к сожалению, сбыться не удалось, Кашникова заболела коронавирусом. О трагедии «Комсомольской правде» сообщили знакомые семьи Галины. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.